Я нахожусь на склоне горы. Вершина горы за моей спиной. Вот она. На склоне горы такое помещение, древняя башня. Вот въезд через вот эти вот ворота на территорию этого помещения башни. Вот он, туда. Там за башней источник с водой. Похоже, это дом какого-то феодала был когда-то. Интересно. Такое укрепление небольшое, но укрепление. Там вон река течет. Да, такое укрепление было интересное. Внутри башни. Похоже, это печка тут была. Камин. Такие вот лестницы тут. Идут наверх. Сейчас я попробую полезть наверх. Ставить свой автограф. Уж если получится. Да, надо будет. Еще ладно. Лезу наверх. Лезу наверх. Вот он, второй этаж. Классный деревянный пол. Бойницы. Вон они, бойницы. Так, ну что, лезем на третий этаж. Вот я уже на третьем этаже. Бойницы. Да, в этой башне жить можно было. Внизу печка обогревает все. Какие-то бойницы. Похоже, это угловая башня была. Замок. Она уцелела только. С дикого камня сделана стена. Там еще есть четвертый этаж, но лестницы нет. Лестниц нету. И досок нету тоже. Возможно, тут летучие мыши живут. Хотя, понятно, кал какой-то большущий. В этой башне жили пчелы. Полно трупов пчел. Почему? Почему они подохли? Вопрос. Может быть, они подверглись атакам шерстней. Может быть, заболели каким-то заболеванием. Может быть, повымерзали. Может быть, человек потравил. Неизвестно. Да.
Yes.